Многие из вас сталкивались с тем, что единственный нож в доме затупился настолько, что кажется, что порезать им что-либо невозможно, а на покупку точилки нет ни времени, ни денег. Лайфхак поможет вам избавиться от этой проблемы и сделает вашу жизнь немного комфортнее. Для того, чтобы сделать ваш нож более острым, нам понадобится всего лишь керамическая кружка. Берем эту самую кружку и переворачиваем. На дне практически любой кружки есть такая шершавость. Она выступит в роли импровизационного точильного камня. С небольшим надавливанием проводим под углом ножом под этой части кружки от толстого края лезвия к узкому и повторяем около минуты. Затем переворачиваем нож и делаем то же самое с другой стороны. Потратив всего пару минут, вы почувствуете огромную разницу. Все гениальное просто. Смотрите рубрику «Лайфхак» вместе с «Лот ножей воронок».